43 человека погибло от ковида за неделю, почти 430 человек госпитализированы. Такие данные озвучили на видеоконференции, посвященной новой коронавирусной инфекции, с Сергеем Меликовым. Глава республики отметил, что с начала пандемии до середины июля в республике зарегистрировано почти 40 тысяч случаев заражения COVID-19. В середине мая число лиц, находящихся на госпитализации, увеличилось более чем в 7,5 раз. Большинство вирусов подтверждает его индийский штамм, который является наиболее агрессивным. При этом численность привитых граждан в Дагестане около 211 тысяч человек. Это около 10%, самый маленький процент по стране. С докладом о принимаемых мерах по оказанию медпомощи и формированию резерва лекарственных препаратов выступила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Она добавила, что Минздрав готовит дополнительные 80 коек в одной из республиканских больниц. Кроме того, было отмечено, что некоторые больные будут переведены в негосударственные медучреждения. Отметим, что один из мобильных пунктов вакцинации продолжает функционировать в центре Махачкалы на площади имени Ленина, в здании Дагестанского государственного медицинского университета. Все желающие могут пройти иммунизацию с 10 утра до 6 вечера. С собой необходимо иметь копии паспорта, СНИЛС и страхового полиса.